19-20 сентября пройдет в Калининграде форум по развитию малых городов, моногородов Российской Федерации. 17-18 наша комиссия делает выездное заседание по подготовке тех вопросов, которые в дальнейшем будут слушаться, в том числе на форуме. Я обращаюсь ко всем неравнодушным, ко всем, кто болеет за развитие Российской Федерации, ко всем, кто понимает, что сегодня развитие малых городов, развитие моногородов – это в том числе будущее нашей страны. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы приняли участие, чтобы вы зарегистрировались, чтобы вы показали о том, что вас эта проблема волнует. Приезжайте, мы вас ждем.